Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Человек-паук. Итак, у нас уже разборки были. Освободили полицейский участок, который в решетку посадил Электро. Потом, где носорог насвинячил, тоже помогли людям. Посмотрим, что... А, нам сейчас надо куда-то к Мэй, по-моему. Там с бездомными что-то плохо. Давайте отправляемся туда. Это у нас, кстати, главная миссия. Ну как главная? Сюжетная линия. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. Давай. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но Мэй с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МДЖ. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Вау, стройка эта... Давай. Питер, пожарные уже в пути, и я нашла пожарный выход, через который... МДЖ, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Вау! Я в здании. Мэй! Стена рушится. Это не стена, это картина какая-то даже. Сюда! Мы здесь! Да вроде было, это двух-трехэтажное здание. Держу! Держись! А! Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Давай, сейчас она поможет. Только держитесь! Ты поезд останавливаешь, а тут не можешь. Давай, глупый кусок. Пару досок. Удержать. Ну же, Мэй, я спасу вас. О, Господи. Давай, вперед. Ну, так, она спаслась, Мэй, но... Давай. Все. Теперь сам беги. Успел? Успел! Вроде у тебя паутина там выстреливает, нахрен знает сколько. Мы тебя спасли! Спасли тебя! Что, дымом надышался или что? А, ну пауки же не любят дым. Так, ну что, основная миссия что, пройдена. Как-то быстро и нелепо, конечно. Все спасены. Ну, слава богу. Если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Не иногда понимаю. Я и сама хочу спасать. Прости, да, что ради бога, иди к врачом. Ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или... из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Молодец. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Тренер. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Оскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса Или.
Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так, звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Кстати, ладно, а что? Штуку для взлома отдай. Ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. А телефон у него вшит в баске. Вот так вот. Его номер? Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. Да. Парень догадался. Что делать будем? В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Так. Вот, кстати, опять появились эти дополнительные миссии, но они нам уже не нужны. Мы собрали уже все, что хотели. Поэтому дополнительные миссии, ну, меня они не прельщают, уже прокачан. В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дьявола. Давай. Если попадется, то ладно. И сорвать его план. Так. Кто у нас тут? Человек-паук, ты готов помочь? Я готов помочь. Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Ну, смотрим. Вот оно. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. Давай. Будем сейчас узнавать, что это за оно. Лидерная последовательность. Многообещающая. Ой-ой-ой. Так. Если мы эту поставили. Нет, это не она. И раз. И где? И... Ага, нету. А куда? Вот, подожди. И два. Где? Вот она. Три. И две сюда. Раз. Два. Вот оно, дыхание дьявола. Один модифицированный оскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения. Так, а чё, как... Ага. След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. Давай. След идет к тому зданию. Пойдем. Прям как в Бэтмене, да? Включил сканер, когда он искал-то там по табаку искал или по алкоголю. След прыгает по зданиям. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Ну вот он. Дверь и люк. Мрачновато. Так. Надо как-то включить свет. Да. Да будет свет. О, здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы — идеальная маскировка для проникновения. Он изучал. Совсем не тот человек, которого... Похоже, Отто и Ли много... Спасибо за лекарство, оно немного помогло, но приступы все равно усиливаются. Такого у меня не было с детства, я с трудом контролирую себя. Вчера во время речи Осборна у меня чуть не случился помрачение рассудка, его вид
пробудил чувства, которые я считал давно угасшими. Не знаю, сколько я смогу жить в его тени. Понятно. Мартин Ли. Не, они все ненавидят. Записывал послание для команды. Вот плей. О, Мартин. Когда я впервые понял, что это ты нападал на Осборна, то был шокирован и опечален. Но когда ситуация стала развиваться, у меня появилась мысль. Мартин, ты сделал смелый шаг, о котором я всегда мечтал. И сделал его, не колеблясь. Ты... Я горжусь тем, что мы теперь вместе. Да нет, брось. За справедливость. Вот. Понятно, здесь пока ничего нету. Механика. Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. А как я могу это отключить? Никак, ладно. Вау, там за стеной еще что-то. Что-то есть за стеной. Слабые места в технике Соболя. Понятно. Ну что, он нашел, поздравляю. Плей. Норман. Мне кажется, что я вижу его лицо повсюду. Он улыбается перед камерами, получает комплименты. И давит мне сапогом на горло. Носорог. Мой второй любимый русский. Создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет. А Отто смог за несколько дней. От костюма освободить. А у него что, прикипевший костюм, что ли, был? Так, это значит его победить, да, можно? Слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом. А я вижу воина сердцем поэта. Ты про каждого. Про... Похоже, док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Про каждого знаешь, значит. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гардер. Но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям. Но после операции с водохранилищем... Стервятник. Это кто? Стервятник. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Ну, так-то хорошо, конечно, только зачем маньяку? И крылья ему, и все сделал, господи. Электро. Всегда под напряжением. Батарея, аккумулятор ему дал он. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузи. Главная мечта Электро — стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. Понятно. Всех. Всех, ты хорошо готовился. А это еще что? Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то ультрафиолет? Давай. Ха, ничего. Надо как-то включить эту лампу. Да. Вот так вот и включим. Вот так. Отто поручил злодеям уничтожить имущество Оскорб. Он пытается по кирпичикам разобрать империю Нормана. Ну, нормально. Все, думаю, можно валить отсюда. Все, что надо, мы узнали. Можно уходить. А как уходить?
Нет, что-то мы не доделали, подождите. Что, надо сфотографировать? Или что? Не понимаю. Что надо-то? Ли занимается средством от дыхания дьявола с помощью какого-то икара. Ну все, выходим. Икар, вот оно. Вот. Человек-паук. Знал, разным образом. Я Отто Октавиус. Никакого икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Успел. Подкинуть? Какой приятный работодатель Октавиус. Планы Б для всех планов Б. МДЖ, привет. Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да. Послушай, Ли охотится за вакциной. Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него. Уже ищу. Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно. Ладно. До связи, МДЖ. Ну чё? Мне сейчас с кучей сразу драться. Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Давай. Беги. Командная работа – волшебная штука. Позволяет достичь невозможных целей. Например, убить Человека-паука. Так, подожди. Вот так вот. Ты почти загрел мне душу, Электро. Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Не успел, да? Yes, твой выход! Привет, Эдриан! Это я! А по переменке, да? Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня. Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Давай. Придавился, паук? Давай. Бей его. Бей. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились давай, больше. Давай, давай, давай. Удивительно, человек, добился командной работы, правда? Энергия молодости и мудрость опыта. Идеальное сочетание. Подожди. Как кошка с собакой. Ну да. Давай. Еще немножко. В следующий раз все. На. Нахрена чего? Это мой шанс. Да подожди ты. Не могу атаковать, он защищается. Надо оглушить или удивить его. Так, подожди. Каково это? Встретить того, кто сильнее тебя.
Да блин. Подожди, я не вижу его. Еще немножко. Да. Чистая энергия. Давай. У него нет шансов. Да, мы молодцы. Не хочу вас огорчать, но кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Да подожди ты. Промах, промах, теперь тебе... Подожди. Не. Да, блин. Подожди, не спешите. Это больно. Ты ведь знаешь, что я с тобой просто играю. Подождите. Не дергайся. Давай. Секундочку. Да стой! Блин! Ладно, давайте петушару-то убить. Не, продолжить, продолжить. Ломбах отдалось. Меня выкидывает из поля боя. Он на чеку. Надо оглушить или удивить его. Да подожди ты. Не понимаю. Всем нравится хорошо пропеченный паук. Так, что-то я... У него нет шансов. Так. Мы молодцы. А, надо перьями, наверное, вот этими долбить его. Похоже, это больно. Да подожди, где ты? Ломбах отдалось. Придавился паук. Да. Подожди. Так. Давай. Да. Не попал, Макс. Давай-ка еще разок. Да, блин. Он на чеку. Надо оглушить или давай, удивить давай, его. Давай, давай. Не вижу, не вижу нифига. Да, блин. На. На. Подожди. Подожди. Где ты? В следующий раз всё. Так, птицу сбил. Это уже хорошо. Минус один. Клюв поломал. Клюв где? А что искорка делает? Давай, сейчас. Бенгальский огонек.
но я тебя прикончу! Уверенность — это хорошо. Неразумный, несправедливый, да, но уверенный. Молодец! Тихо. Да блин. Да блин. Чё ж я подлететь-то не могу к тебе? Спокойно. Не хочу вас огорчать, но... Да не того ты схватил. Притомился, паук? Да. Подожди. Да блин, вырубись ты. Ломба отдалась. Просто повезло. Не. Знаешь, я с тобой просто играю. Промах, теперь тебе... Подожди. А, не важно, забудь. Да подожди ты. Секундочку. Так, титу сбили. Почему? Блин, вот сейчас вот надо аккуратнее быть. Сложно. А что искорка делает? Сразу с двумя-то. Может, ты и одолел старика, но я тебя прикончу. Уверенность — это хорошо. Неразумный, несправедливый, но уверенный. Молодец. Так. Подбил хоть. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если конечно. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Господи, ненавидеть человека так, что готов убить весь город. Хотя он его даже на ногу не наступил. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Правильно, сиди, отдышись. Приди в себя. Который час? Вот черт. Так, по следу. Ага. Надо связаться с Юрием. Юрий, креветник и электрик. Ну что ж. Остались четверо. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.